такое? Я сейчас добегу. Да я все могу, по-моему, сейчас. Это потрясающе. Бежим! Ладно, Торнадо не сделал тебя человеком-пауком. Здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья, а также недруги, хейтеры и педерасты. Как дела и настроение? Привет. Я готов поспорить, на глубокий минет, только пока еще не знаю с кем и по какому поводу. Но знаю только одно, что если перед вами возник забор или какое-то любое другое препятствие, его не нужно обходить, можно просто перелезть. Сложность лишь в том, нужно перелезть с окончанием на дерево. Это, так сказать, усложненная форма перелезания. Встаем полностью на ноги. После этого прыгаем на дерево и тихонечко спускаемся. А небо-то, ёб твою мать, какая красота! Да, ты что, занимаешься? Сказано. А? Что за фильм снимаешь? Доспехи Бога. Ну что ж, стандартный собачий подлаз. Ты ее порвешь сейчас совсем. Куда ты лезешь? Кого? Сетку кого? Как она? Она же железная. Ну как? Сейчас немножечко. Тебе делать больше нечего. А? Делать больше нечего. Самый простой способ. Ну что дальше? Не пойму. Чему ты говоришь? Потому что не надо стесняться препятствий. Сейчас мы, наверное, туда опергруппу вызовем. Хорошо. Они будут оперу какую-то петь. Подпоют. Хорошо. Ну что ж, а нам пора линять. Потому что нас сучили. Смотрим третий раз. Наслаждаемся. Опоры. Вот и я внутри. И кто бы что ни говорил, в вашей жизни.